Привет всем близнецам! Я рада видеть тех, кто снова вернулся ко мне на канал, и тех, кто здесь впервые. Я приветствую! Сейчас мы с вами будем делать классический наш таро-прогноз, который мы делаем еженедельно, из трех карт, и посмотрим, что ждет людей под знаком зодиака Близнецы с 23 по 29 ноября. Так, прогноз для близнецов. Я не люблю долгие прелюдии, не хочется и время ваше тратить. Вот, больше по существу хочется сказать. Поэтому у меня такие короткие видео. Итак, близнецы. Поехали. Итак, близнецы, у вас старших арканов нет, значит, никаких серьезных перемен в вашей жизни на грядущей неделе не ожидается. Но о чем эта неделя будет? В общем-то, эта неделя благоприятна для зарабатывания денег и всего, что с этим связано. А теперь поподробнее, да, проанализируем. Первая карта, которая нам дает общую характеристику и задает весь ритм, да, и задает настроение нашей недели, говорит о том, что вам еще есть к чему стремиться и куда расти в плане финансов, и о том, что именно сейчас полезно посвятить этому время. Именно сейчас будет это время наиболее плодотворным для вас, потому что сейчас самое благоприятно, да, этим заниматься, именно этим. Отложите в сторону семью, отношения, друзей. Именно поставьте себе главный акцент на зарабатывание денег и на все, что связано с деньгами. То есть ставьте цели, да, как повысить свои доходы, например. Планируйте доходы, подумайте об инвестициях, подумайте о том, чтобы вести свои расходы. В общем, все, любые цели, которые могут быть связаны с деньгами. Например, вы давно хотели начать именно планировать свой бюджет, но никак не начинали. Вот сейчас благоприятно. Сейчас благоприятно делать все, что связано с деньгами. Можете вдохновиться, посмотреть какие-то ролики на Ютубе в плане там, как научиться финансовой грамотности, да, как сделать так, чтобы деньги работали на вас. Все, что связано с деньгами, вы можете это изучать, внедрять в свою жизнь. И этим пользоваться. Вторая карта рекомендации Паш Чаш как раз-таки и говорит о том, что благоприятно сейчас что-то начинать. Во-первых, начинать, а во-вторых, обучаться чему-то новому. То есть, так как у вас все мысли, разговоры и все рекомендации о деньгах, значит, эта карта может вам рекомендовать начать откладывать деньги, если вы еще не откладываете. Вы можете... Боже, сейчас вообще так элементарно, в телефонах есть вот эти приложения, да, которыми мы пользуемся, там Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф, я не знаю, ВТБ, любые, которыми вы пользуетесь, если у вас есть приложение в телефоне, там можно одну кнопку нажать и создать сберегательный счет. Да возьмите 100 рублей в день туда переводите, да, или, ну, у кого какая возможность есть там, или 1000 рублей в месяц. Но начните именно сегодня, ну, не сегодня, в понедельник, да, с понедельника. Возьмите, создайте этот счет. Пусть вы там получили зарплату и сразу возьмите там 10% отложите или 1000, ну, по своим возможностям, что вы можете. Просто начните, потому что мы все думаем о том, что вот надо начать откладывать деньги, или надо там начать инвестировать, или надо начать покупать доллары, там, я не знаю, меня ж не заблокируют за то, что я это сказала, да? Вот. Возьмите, блин, и сделайте это. Ну, купите вы 10 долларов, там, я не знаю, ну, 1 доллар купите за 80 рублей. Ну, просто начните. Потому что мы планируем начать все время. Вот надо, вот надо, вот надо. И ничего не делаем. И в итоге проходит год, и мы за год так ничего и не сделали. Может быть, вы бы за год уже 1000 долларов насобирали, если бы начали вот год назад. Просто. Вот, поэтому... Начните. Карта вам говорит о том, что нужно начинать.
двойка пентаклей, она также говорит о деньгах. Вообще, кстати, не крупные финансовые карты, они вам вообще говорят о том, что на этой неделе там фонтанировать бабло у вас не будет ниоткуда. То есть, скорее всего, вам придется прожить достаточно скромно. Но это как раз-таки повод и тот самый толчок начать что-то в жизни своей менять. Чтобы не жить, сводя концы с концами, да, всю жизнь, от зарплаты до зарплаты и все такое прочее. Сейчас самое время, в очередной раз вам жизнь говорит, вот, возьми и начни что-то делать. Двойка пентаклей говорит о том, что все, что вы сейчас сделаете, оно вам, ну, приведет вас к результату. И о том, что как раз-таки, да, символично даже изображен знак бесконечности, о том, что это будет иметь продолжительное действие. Все, что вы сейчас посеете, это будет продолжаться и продолжаться и продолжаться. Поэтому сейчас, как никогда, вовремя начать управлять своими финансами, начать планировать свои расходы, начать что-то уже делать, что-то менять в своей жизни, потому что сейчас все равно у вас никаких глобальных перемен нет, но будет время и возможность этим заняться. Просто возьмите и внесите в свой обязательный график там ежедневно прослушать какой-нибудь вебинар, например, по финансовой грамотности. Нас этому никто не учит. Нас не учат этому в школе. Нас не учат этому родители, которые сами не умеют деньгами распоряжаться и обращаться с ними. Да, существует очень много рекомендаций от людей, которые заработали свои большие деньги, о том, как нужно именно распоряжаться. Вы получили свой доход, и вы должны там разложить, например. Тоже, ну, я много чего изучала, и все это работает. Но главное делать, потому что деньги, сами знаете, разлетаются моментально, если их не контролировать. Вот, дорогие мои близнецы, больше особо мне вам добавить сюда нечего. Учитесь, начинайте и позаботьтесь о своем будущем именно сегодня, потому что никто, кроме вас, этого не сделает. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Благодарю вас за внимание и до новой встречи. Пока-пока.